Предоставить слово президенту Федерации профессионального бокса, заслуженному мастеру спорта, двукратному чемпиону Европы, шестикратному чемпиону Советского Союза Виктору Петровичу Агееву. Уважаемые дамы и господа, разрешите считать боксерский матч открытым. Желаю вам прекрасных впечатлений. Пусть победит сильнее. Аргайцев, а где накидку обеда? Где-то. Судейская бригада, которая обслуживает четвертую пару боксеров, рефери, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, многократный абсолютный чемпион Советского Союза Евгений Костов. Боковые судьи Александр Калинкин, Олег Григорьев и Леонид Сорокин. Кикелидзе, Москва. В синем углу ринга Рауф Бабаев, Санкт-Петербург. Thank you.
Теймураз Кикилидзе отдыхает красным углом ринга. Он экс-чемпион России, представляет Москву. Как я уже говорил в начале, Теймураз выиграл пояс чемпиона Азии 96 года на профессиональном ринге. Всего он провел 20 боев, 15 одержал победу, 5 проиграл. Но из 15 10 боев Теймураз Кикилидзе выиграл нокаут. Секундантов Теймураза Кикилидзе, один из популярнейших тренеров в России, заслуженный тренер Советского Союза Владимир Лавров. Thank you.
Синему Буринке отдыхает боксер из Санкт-Петербурга Раул Бабаев. Раул чемпион